Здравствуйте, здравствуйте, это Клондайк на андроиде. Итак, мы продолжаем проходить летние приключения. И это у нас лабиринты. Жемчужные лабиринты. Еще осталось три задания. Да, все три не сделаю, но одно так точно успею. Мы с вами ловим рыбку, десятую. И на ентой веселой ноте минус одно задание. Ой, какая красота! И теперь нам подарили три ключика. Ой, 8 штук, это вам не просто так. На каждом острове идет совсем чуть-чуть, совсем немножко. Ну ладно, раз, два. А что с рыбой? С рыбой, по-моему, на этом острове мы завязали. Но с чем развязали, не знаю. Но нам куда-то точно надо. Ой, вопрос, куда бы нам пойти, остается открытым. Так, нам намекают туда. Говорят, идите и не ошибетесь. Ой, ну пойдем-то мы другим путем. Как всегда, на пролом не идем, а в обход. И, кстати, обход оказался очень даже ничего. Мы нашли врата. Помимо врат, нам надо еще очень-очень здесь постараться на этом острове. Скажу я вам, все, что могли, сняли. А теперь, так давайте зажжем. Чтобы нам было хорошо видно и ничего не промахнуться. Тихо, никто ничего не чистит. Вот я не молодец. Энергии так нету. Вот зачем ее тратить на лишь бы чего-нибудь? Я вас спрашиваю. Ну вот так вот, наклацала. А у меня, кстати, не хватает возможностей эти тотемы строить. Потому что кто-то тратил всю свою энергию. По всем по другому назначению. Ну ладно, будем чего-нибудь думать. Так, ворота мы открыли. Так, ну теперь как вариант, налево пойдешь, чего-то найдешь. Направо пойдешь, чего-то найдешь. Ну ладно, идем налево, направо, прямо, куда-нибудь. Главное, что контрольное, чего-то найдешь. 24. Так, тотем найдешь. Ха! Один построили. Вот это дико повезло. А еще надо строить 7 штук. Это как минимум 70 надо еще мне. Да я понимаю, что это вроде немного, но все же. Теперь правильно понять, в каком направлении бы нам пойти, чтобы не попасть на тупик. Ха, ну пока кто его знает. Отмычка — это хорошо, конечно. Но нам же ж очень сильно хотелось бы еще это задание исполнить. И нам за это будет, ну, динамит. Так, тут тупик. А тут кто его знает? И тут кто его знает? Нет, вот тут тупик точно. А вот тут проход. Наверное. Ну, типа, умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. А мы не обойдем. У нас энергии нет. О! Она. А, кстати, а здесь что? Здесь у нас отмычка, между прочим. Кому нужна отмычка? Приходите, называется. Будем отмыкать. О, и чемоданчик ничейный. Ну, вообще-то мне отмычка, наверное, не очень была нужна. Там кто его знает. Так, куда пойти, куда нажать? Сюда нажать. Хорошо. Подсказали. Спасибо вам большое. На самом деле мы пойдем... Туда мы не пойдем, там тупик. Хотя там сильно блестит, прям так заманчиво сверкает. Чего-то нам не... Вообще можно было бы потратить патрончиков парочку. Ну вот, что-то не сильно хочет. А что у нас тут? У нас уже ничего. Сверхает по инерции. Мы будем что-то меняться? Мы шмаем, да? Нет? Ну, курица не сильно мне прям нужна. Ладно, меняемся. Курица мне не нужна. А вот там еще один раз покормить свинью, и она позолотеет. Это очень даже надо. В общем, сильно надеемся, что я иду правильно. Но мы это узнаем скоро. Или тупик, или пропустят. Ха! Пока непонятно. Гори, гори, огонь, отмычка. Так.
ну, по крайней мере, куда-то я прошла. Ха, ну вопрос, зачем? Ой, а тут заборчик, да? Ну, типа мне вот сюда, наверное. Ой, ну, наверное, не смогу дальше. 13. Так, где там? Мы строили. И 4 штуки не хватает. Хотела сказать, наконец построили. Ну, ничего подобного. Наконец не построили. Где у нас еще тут рыбалочки? Пока не намечаются, да? Жалко. Сделала энергию, пришла, два раза стукнула. Иди опять ищи энергию. Дурдом. Энергию сделала, прошла. Типа не туда, да? Так. Кувшины пооткрывала. Ну, спасибо. А мне ж не кувшины надо. Мне надо было сюда идти. Ну, ладно. Теперь знаем, что дорога выбрана неверно. Так. Где ты там? Ну, один построим. С него, кстати, выпадет чуть-чуть энергии, совсем чуть-чуть. И мы сможем опять чего-нибудь там где-то поколдовать. Кстати, что там у меня теперь? Ноль. Ха. Ноль — это вообще ни о чем. Так, ну и тут тоже еще 127. А гонка я на каком месте? Где-то там на 11-м. Во как. Ого, сколько на 11-м. Тут до 12-го. Ой-ой-ой. В общем, позолотила я двух поросят. Вообще ни о чем. Ну, ладно. Так. Очень хочется энергии, очень. Ой, а у меня тут прям клондайк. 107. Ой, ничего себе. И еще, кстати, осталось 2. Я не буду ускоряться, подожду. Так, мы пойдем другим путем. 4 открыли, да? Открыть-то мы открыли. Тихо, не буяним. Строить мы не можем. У нас нечего. Интересно, на этом острове еще будет или как? Ага, все, на этом острове больше нет. Ладно. Нет, значит нет. Сейчас поплывем отсюда. 17. Это сколько? Ой, как много. Тут что-то так блестит, так блестит. Прям-то хочется посмотреть, что же там блестит. Все равно корову не выиграем, так что смотрим. О. Ну, можно было уже и не брать, конечно. Ну, ладно. Взяли, значит, взяли. В общем, золотеть никто не хочет, энергии тоже нет. И чем ускориться, тоже нет. Ну, ждем с новых поступлений. А видео заканчиваем. Всем пока.